Всем привет! Буквально малюсенький, коротюсенький ролик хочу сделать о том, как перепад погоды здесь какой. Сегодня у нас 20 января. Как видите, сейчас 20 минут 9 утра. Как видите, машина замерзла, но это она уже чуть-чуть оттаяла. Я печку включил. Сейчас у нас минус 2. И, как видите, такая изморозь, жюле называют французы, они очень это дело не любят, когда по утрам такое. Но почему? В общем-то, для вас, конечно же, ничего особенного в этом нет, что так замерзает. При том, что, в принципе, как видите, все зеленое, там вон кусты, ну не все, деревья, конечно, некоторые опали, но много зелени, кустов разных. И, что самое главное, днем, вот вчера, например, в обед было 25 градусов тепла. Понимаете, какой перепад. То есть на солнце тепло, ночью может и вот так вот подмерзнуть. Ну, минус 2 это уже холодно для этого региона. Минус 5 это, наверное, вообще просто ужас. Я даже не знаю, бывает. Ну, наверное, когда-то бывает, но это уже экстремальная холодина для них, для нашего региона. Поэтому просто вот это хотел показать для сравнения. Какая разница погоды. Может быть, сегодня днем еще специально сниму, покажу, сколько будет градусов, посмотрим, может, сегодня даже больше будет. Судя по всему, небо чистое, солнце будет, поэтому должно быть опять тепло, исключительно из-за солнца. Ну вот, хотел сегодня дождаться середины дня, чтобы снять вам, сколько градусов будет, но, к сожалению, сегодня доставка была, пришлось ездить целый день по работе, и сейчас уже солнца нет, и время уже 3:30, но тем не менее 14 градусов сейчас, хотя днем было под 20, но вчера было, как я уже говорил, там 23-24, и потом даже 26 один момент было. То есть такая погодка, как видите. Вот 20 января выглядит вот так, вся трава зеленая, все зеленое, так что прикольно по-своему. На этом все. Такой вот коротенький ролик просто о погодке. Кстати, смотрите, какой у меня Джейсон классный есть. Всем пока.